Всем привет, с вами канал YouTube, я мой принтер. Сегодня у нас опять этот бразер. Все-таки мне интересно изучить, почему же он не захватывает бумагу. Уже маленько изучил я механизм, поподробнее еще. Сейчас попробую объяснить, как что работает. Все-таки надо найти причину. Итак, давайте начнем с самой элементарной, почему у вас ролик захвата не может захватывать бумагу. Обратите внимание на эту ось, чтобы она у вас была одета на ролике захвата. Может, что-то случилось у вас с этой осью. Может быть, ролики захвата стерлись. Может быть, шестеренки на роликах захвата. Видим, то есть у нас одна отвечает, вот эта ось, за ролики захвата. Может быть, что-то с ней. Больше, в принципе, никаких причин быть не может в этой части, если у вас тут все целое. Обратите внимание на эту дугу. Сейчас будем смотреть, для чего она у нас сделана на редукторе. Как я в том видео показывал, здесь у нее идет два рычажка. То есть вот он рычажок и вот он рычажок. Видим вот эту шестереночку. То есть вот на этой шестереночке имеются выступы. Вот раз выступ, вот два выступ. Давайте. Когда мы одеваем шестеренку, вот этот рычажок, который у нас отвечает за шестеренки, показывал в том видео, когда внутри разбирал. Он поднимает наши шестеренки. В данном случае наш лоток почему-то не хочет до конца поднять и удерживать наш толкатель бумаги. Когда внутри шестеренка поднимает толкатель бумаги, она у вас все время находится в таком положении, пока вы не будете вытаскивать лоток. Получается, за счет вот этого рычажка внутри наши шестерни стопорятся и не дают опуститься нашему лотку. Следующий выступ 2. Вот этот выступ 2. Сейчас покажу вам. Он у нас идет, получается, вот на этот рычажок. Сейчас оденем и посмотрим его работу. Поставили шестеренку, которая идет у нас на поднятие нашего лотка. Поставили лоток на свое место с бумажкой. Видим, лоток у нас опущенный. Итак, вращаем шестеренку, которая у нас идет на толкатель бумаги. Видим, она у нас не поднимает ничего. Потому что внутри рычажок, который я показывал, стопорит вот этот, стопорится и не дает ничего подняться. Чтобы нам механизм проверить, мы наш вот этот рычажок отпускаем вниз, делаем одно движение, все сделали. Теперь вращаем нашу шестеренку. Таким образом наш толкатель бумаги начинает подниматься. Обратите сюда внимание на шестеренку. Вот здесь она начала вращаться.
пересмотреть вот сюда тоже дальнейшее действие. То есть наш рычажок нажимает, и нижняя часть наша опускается вниз. Все. Теперь наша шестеренка легко вращается. Так вот не видно, а так увидите, вытолкатель бумаги у вас дошел до определенного места, до роликов захвата. Таким образом, дальше у нас идет ось роликов захвата. Мы начинаем вращать. Видим, вращаются вот эти две оси. Ось с роликом протяжки бумаги и с захватом, то есть ваш соляной сработал, ваши ролики захвата сработали. Конечно, все очень быстро происходит. Блин. И видим, дальше бумага выходит у нас вот отсюда. Вот она пошла. Датчик прохода бумаги у нас зажимается. Также ролики протяжки притягивают нашу бумагу. Дальше следующий датчик прохода бумаги. То есть у нас по дороге. У листа идет раз датчик, два датчик. Лоток у нас не падает. Вот сейчас я его опущу. Только вот он сейчас упал. Давайте еще раз с самого начала посмотрим, как все устроено. Видим, когда я убрал вот эту шестереночку, я вращаю шестеренку в редукторе. Таким образом наш механизм работает. То есть он поднимает наш толкатель бумаги вверх. Я могу крутить так хоть сколько, ничего не изменится. Когда я нажимаю вот на этот рычажок, видимо, наша шестеренка встает. Когда вы будете ставить эту шестеренку, нажмите на ролик захвата, чтобы вам легче ее поставить, чтобы она встала на свое место. Следующим образом опять вращаем, видим, шестеренка наша стоит. Нажимаем на рычажок вниз, вращаем. Это наша защелочка встала на свое место. Таким образом мы теперь можем поднять, то есть шестеренка внизу поднимает нашу площадочку вот таким вот образом. Подняла, площадка поднялась и остается в таком положении. То есть обратно она у вас не упадет, пока вы не вытащите лоток. Без лотка мы можем эту шестеренку вращать хоть сколько. Когда бумага с толкателем бумаги дойдет до роликов захвата, то есть вот я рукой достаю ролики захвата, смотрим на этот механизм. Видимо, он опускается. Все. Наша шестеренка встала в другое положение. Ушла из защелки. Теперь видим, эта шестереночка у нас вращается, а вот это внутри стоит. Потому что я жму на ролике захвата. Получается, вот этот белый рычажок, как я вам показывал в том видео, он отвечает у нас
за подачу бумаги, то есть вот за эту шестеренку. Он с ней производит манипуляции. Так, засунули лоток. Нашу бумагу не берет. Рычажок опускаем вниз. Опустили. Эту шестерню вращаем сюда. Все. Защелка встала в свое место. Теперь можем вращать шестеренку. Видим, это тоже вращается. Обаньки шестеренка прокрутилась. Теперь у нас пошла в работу ролик захвата бумаги. То есть вот эту шестереночку одну берем ее, крутим на себя. Смотрим, я кручу ее. Садим. Так. Теперь включается в работу вот эта шестеренка и вот эта шестеренка. Ролики протяжки бумаги и захвата. Нифига не работает. Возьмем почище лист. Этот лист у нас вышел почище. Пытался я, чтобы закрутилась эта шестереночка наша. То есть видим, вот крутилась меточка черненькая такая. Обратно вращая, шестеренка крутиться не хочет. Сколько бы я ни крутил. Вот еще раз поставлю меточку. Видим, кручу, вращаю, эта шестеренка так и стоит. Два круга сделал. Так она и стоит. Но если быстрым движением руки сделать так и обратно, видим, шестеренка наша вот эта пошла. То есть все. Толкатель бумаги у нас доходит. Соленоид наш зажимается.
Таким вот образом бумага наша берется. То есть, видимо, вот эта шестеренка делает один оборот. Сейчас она сделает и встанет. Все, встало. Соленоид ушел вверх. Бумажка наша вылезла. Вращаем дальше. Дальше работают ролики протяжки бумаги. То есть как-то вот так вот работает механизм. Дальше, видимо, у нас бумага вот здесь есть. Будем крутить. Бумагу захватывать не будет. Пока мы опять не нажмем на наш соленоид. На соленоид нажали. Наша шестереночка вращается. Делает один оборот. Бля. Неудобно без железочки. Держать приходится. Все. Шестереночка, отвечающая за захват бумаги, встала. Бумага вылезла. Итак, благодаря этому видео, если вы будете так смотреть вашу механику, таким образом вы можете узнать, как работают ваши ролики захвата. Захватывают они бумагу или стерлись, их менять надо или не надо. Также сможете посмотреть тормозную площадку, разделяет она бумагу вашу или не разделяет, работу лотка. Я много уделил внимания этому видео, много уделил внимания механизму. Так что, если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, пишите свои истории, что у вас было с этим механизмом, что ломалось. Я в своем механизме разобрал и почистил от тонера внутреннюю часть шестеренки. Сейчас буду запускать и пробовать, будет ли у меня захватывать бумагу или нет. Собрали наш принтер. Сейчас попробуем, как он захватывает листки бумаги. Ставим на 7 штук на копии и пошли. Все 7 штук он напечатал. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Печатали. Я забыл вот эту детальку поставить. То есть вот по этой детальке у нас ходит эта шестереночка. То есть вверх-вниз. Ну ничего, вроде принтер печатал. Так нельзя, чтобы было. Все, поставили ее. Теперь соберем как надо. Все, принтер я этот победил все-таки. Давайте вам покажу. То есть сначала он печатал вот так вот не очень. Видим, как бы буковки такие бледненькие. Потом распечатался. Сейчас печатает вот так вот. Сейчас прям при вас напечатаю. Что стук, это не страшно. Это у нас из-за картриджа из автобарабана. Фотобарабан мне скинул я легко.
В интернете нашел информацию о тонер. Скидывается посложнее. В интернете есть видео, как оно скидывается. Так что я снимать не буду. Если кому у кого-то не получится и будет интересно, пишите в WhatsApp. Если вам неохота думать, договоримся. Давайте напечатаю вам сейчас лист. Так, меню. Установки пользователя. Ок. И старт. Видим, печатает все идеально. Сейчас попробуем отсканировать. Отсканировал. Правда, полоса. Может, лежит не в том положении, так я не понял, как он должен быть. Давайте попробуем сюда положить. Так, полосы нету. Видим, что когда печатает, у нас таких точек нету, а при сканировании появились точки. То есть надо еще обтереть, вот она, блок сканера, хорошо, и точки исчезнут. Разобрала печку, посмотрел элементы. Обо всем этом я снимал видео, что такое двухстволка, как это все измеряется, что лампа, что такое тефлонный вал. Можете посмотреть, как образуется двухстволка. На этом принтере у меня один раз, когда я брал на ремонт, сгорала, была выгоревшая лампа. То есть после того, как я заменил лампу, включил, была долгая самодиагностика. Самодиагностика шла, и лампа нагрелась, валы не вращались, и образовалась двухстволка. Такой вот у меня был случай. В этом принтере что у меня? Вот видим, здесь такой контакт отпаялся. Сейчас попробую паяльничком его запаять. Не знаю, возьмется или нет. То есть возьму кислоту по металлу, пшикну и попробую запаять. Хотел поставить термодатчик от 20-30. Ну, во-первых, смотрим, он у нас получается, сам провод не такой длинный, как этот, то есть, видать, доставать он не будет, но это не беда, можно было откусить, запаять. И по сопротивлению они маленько разные. Давайте измерим сопротивление, посмотрим у рабочей печки и у нерабочей. Видим тоже печка спринтер, видим след. То есть вот этот датчик, как я вам и говорил, иногда доставайте. Вот. Вот здесь видите, не видите. То есть на бумагоотделителях образуется запекший тонер. Вот он. И таким образом он у вас царапает тефлонный вал. И на датчике, видать, образовался запекший тонер, видим. Потом буду сейчас разбирать попозже и покажу его. И поцарапал тефлонный вал. Давайте измерим сопротивление, потому что видео много, как заменить резиновый вал и как заменить тефлоновый. А какое сопротивление должно у вас быть на термодатчиках, нету. Смысл печки какой у нас получается? Напряжение подается в этот провод. Идет провод на термопредохранитель.
То есть, если когда-то у вас что-то горит лампа или что-то такое, он у вас нагреется и отключится. Потом цепочка пошла сюда, цепочка пошла на лампу. Если какая-то вот деталь по цепочкам идем, выгорит, то у вас печка не будет работать и звониться. Искал информацию, вот что вот этот за датчик, так я и не понял. Если вы знаете, напишите, на что он влияет, может на остывание, когда много сдаете листов, может он работает, а может не. Не знаю, не подскажу. Если знаете, напишите. Вот. Видим, сейчас цепь у нас получается разомкнута. Здесь она вся целая. А здесь лампа наша разомкнута. Давайте попробуем звонить ее. Вот включаем на прозвонку. Пробуем. Тишина, потому что отсутствует лампа. Лампа накаливания, нагрева, который запекает, который нагревает ваш тефлоновый вал, в свою очередь он нагревает тонер. То есть вот через этот узел через лампу напряжение у нас идет сюда и выходит обратно. Если с вашей лампой что-то случится и звониться на вас не будет, значит ваша печка работать не будет или будет какая-нибудь ошибка. Лампу попробовали, она звонится. Силовая цепь исправной печки. То есть суем сюда и сюда. Видим, все у нас целое. Затем, чтобы измерить нам два термистра, включаем мультиметр на 2 микроохма. Испытали, сопротивление появилось вначале. Поставили. У красного. Теперь у белого. Что самое интересное, вот этот датчик хоть и отпаянный, но он показывает сопротивление. Смотрите, вот видим, отпаянный. Сейчас измерим его, и будет такое же сопротивление, как внутри печки. Видим, да? Ну, чуть-чуть поменьше. Теперь от бразера 20-30 термодатчик. Сейчас посмотрим, какое у него будет сопротивление. На 100 миллиампер поменьше, чем потом в красном. В белом проводе. Здесь такой же, как в той печке.
Ну, вот, в принципе, мы и научились измерять сопротивление. Термопредохранитель измеряется легко, просто нажали. Смотрим, он звенит. Также и этот наш терморегулятор или что это, я не знаю. В общем, так, с этим датчиком у меня ничего не получилось. Не припаивается вот эта часть никак. То есть тут, видим, припой есть, а вот эта штучка сама не припаивается. Не знаю, может, у вас все получится. Испытывайте, попробуйте. Напишите, получилось или нет. Пока оставлю тогда с бразером 20-30. Попробуем, как себя будет вести. Ну, будем собирать нашу печку. Поставили наши бушинги в середину угла. Тут все очистили, как бы. Эта штучка максимально я очистил. Резиновый вал растворитель не боится. Если у вас много следов от тонера, вы можете оттереть. Вернее, ацетона. Вот берем ацетон. Наливаю крышечку. И начнем чистить. Пленку разрез. То есть видим, как хорошо набирает тонер. Таким образом можете почистить ваш резиновый вал и тефлоновый вал, чтобы не было ничего. Также особое внимание обратите, был один раз случай, у меня подписчик разобрал печку и говорит, блин, собрал, и она заминает. То есть у него здесь образовался запекший тонер. Вот эти пальчики, вот эти направляющие, очищайте аккуратненько, они очень влияют на работу. То есть, если у вас тут много будет запекшего тонера, ваша бумага будет заминаться. Ацетон будете чистить вашей печке, ничего не будет, потому что она сделана специально из пластика для высокой температуры. Оттирал, оттирал, и видим, добрались. Такой пластиковой штучки. В общем, почистил вот эту детальку так. Ну, так делать, скорее всего, не надо. Почему я чистил, я увидел белую бумагу и думал дочистить до белой, потому что в тех они были белые. Это специальная бумага наклеена. Для чего этот вал, так и непонятно. Этот ролик, ну, скорее всего, он какой-то прижимной. Или что, я не знаю, тут я нашел чуть-чуть кусочек от меди. Может, какой-то он электростатически снимает напряжение. Если вы знаете, напишите ответ. На самом деле не знаю. Так. Ставим наш резиновый вал на место. Видим, как мы нажимаем, и он отходит потихоньку. То есть печка получится у меня экспериментальная такая. Датчик маленько другой по сопротивлению будет вот этот. Вал прижимной тоже мне маленько не так. Не забывайте смотреть вот эти бумагоотделители. Вон, видим, там от тонера. Очищайте их от тонера. Лучше возьмите ватную палочку и пройдите, почистите их от тонера. Также можете бушинги почистить от тонера.
уголки, чтобы ничего не мешало вращению вашему тефлонного вала. Посмотрели состояние, чтобы не было ни трещин, ничего такого. И ставим его на место. Шестереночка тонера, видим, зубья все в тонере. Также растворителем, ой, ацетоном чистим, убираем, чтобы потом не было никакого звука. Видим, все легко убирается, очищается. Таким образом всю шестеренку. Она стала чистая. Поставили тефлонный вал на свое место. Видим, бумагоотделители стоят на тефлонном валу, как я вам всегда говорю. Должны стоять бушинг. Вот этот видим. Не шевелится, то есть у нас получается вот эти два крепежа здесь и здесь стоят и не дают шевелиться бушингу. Здесь бушинг тоже поставили. Посмотрите, когда вы бушинг поставили, у вас такая образуется как бы здесь ровненькая часть. И еще вот такая вот, когда разбирал и не снял шестеренку. Лучше надо снять шестеренку, потому что потом будет неудобно ставить вам тефлонный вал на свое место. Почему бумагоотделитель ставится на тефлонный вал? Потому что когда у нас бумага проходит, она проходит по пальчикам, вот таким образом, и пошла через ролики протяжки бумаги. Если вы поставите ваши бумагоотделители в середину, вниз, у вас просто будет наматываться на тефлонный вал. Иногда мне приносят такие принтеры, датели, мастера не знающие или не хотят заморачиваться. Бумагоотделители два штуки находятся вверху, там два внизу. И начинаются всякие косяки. Итак, после того, как мы все поставили, перед тем, как ставить лампу, я ее втираю спиртом, чтобы она не лопнула. Выполним такую же манипуляцию, только аккуратненько с контактами. Видим наш пятачок. Где расстояние побольше, он у нас идет в эту сторону, где поменьше, с левой стороны. Засовываем его в тефлонный вал. Чтобы так вам не мучиться, тогда, скорее всего, лучше ее наставить сразу вместе с тефлонным валом. То есть поставил, отсюда она вышла, развернули ее. Если вылетела вот эта деталечка, ставим ее на место, поставили и затем засовываем наш тефлонный вал обратно. Будете ставить сразу, отрегулируйте бушинг, чтобы входил в свое положение. И потом начинаем манипуляцию. Купеньки встал, не шевелится. Бумагоотделители все на месте. Сейчас здесь ищем площадочку, как она должна быть. Все, площадочку видим, поставили на место. Лампочка наша стоит на месте. Здесь тоже попала в свой разъемчик. Наш провод стоит на месте. Бумагоотделители стоят на тефлонном валу.
После чего берем шестеренку. У шестеренки, обратите внимание, есть такая юбочка. То есть вот эта юбочка не дает вашему вот этому колесику возможность слазить дальше. Все, поставили. Закручиваем на винтик. Затем берем такой вот винтик и закручиваем наш контакт с лампой. Потом берем такой же винтик с двумя шайбами и закручиваем сюда. Сюда закручиваем уже обыкновенный винтик такой, без шайбы. То есть просто вот такой вот. Винтики закрутили, два сюда, один сюда. Попробовали, все возвращается. Все замечательно. После того, как все закрепили, ставим вот эту часть. То есть видим, площадочка у нас, как я вам показывал, ровненькая. Все поставили. То есть вот таким вот образом она у вас будет стоять и держать ваш бушинг. Закручиваем на винтик. Винтик вот такой вот. Теперь, когда будете ставить вот эти наши застежки, обратите внимание, подписанные R и L. То есть ставятся они, вот видим, у нас вот эта часть ходит. Просто мы берем вот таким вот образом, она ставится. Видим, здесь как бы паз. И это также ставится легко. Вот эти два зажима одеваются вверх. Вот и все. Вот все стоит. То есть L и R смотрят на вас вот так вот. Следующим образом будем одевать верхнюю часть на нижнюю. То есть видим, у нас здесь имеются такие вот выступы. Они одеваются сюда, на их место. Когда будете одевать, держите. Но перед тем можете засунуть пружинки, можете потом засунуть, без разницы, как вам будет удобно. Наверное, лучше засунуть сразу, чтобы потом не мучиться. То есть отсюда вот она не одевается. Сразу засули, засунули ее, одели. Сюда. И вторую также. Затем берем наш резиновый вал и одеваем на ушки. Так. Показал вам один способ, как одеть. Также можете попробовать другим. Сейчас я тоже попробую. Если вначале поставить на железные, то есть наш вот эти направляйки, а потом засунуть в дырочку. Может, так будет легче. Так, это поставили. Так, видим, наши ушки вылезли. Вот здесь. То есть доставать их гораздо легче. Одно. И вторую. Все поставили. То есть вот эта штучка вам может быть мешаться. Когда будете ставить, она должна смотреть наверх, как и вот эта часть. Все, попробовали ваш механизм. То есть вращаем за шестеренку, все вращается.
Закрутили верхнюю часть на два винтика, нашу направляющую. Что ж, давайте попробуем теперь работу. Бумагу поставили. Вращаем наш шестерни. Печка наша должна захватывать. То есть вращаем шестеренку от себя. Видим, бумажка наша идет на бумагоотделители. Вот они стоят. И таким образом они не дают бумаге намотаться на тефлоновый вал. Дальше пошли у нас ролики протяжки. То есть вот они. И все. Печка нашу бумагу протягивает, значит все замечательно. Какая шестеренка отвечает за печку, я вам показывал в видео. А если у вас здесь будет нарост и ваш бумагоотделитель будет вот так стоять, то есть ваша бумага будет влепляться в бумагоотделитель, и таким образом у вас будет замятие вашей печки. Ну, в принципе, вот и все. Этот узел мы тоже разобрали более-менее поподробнее. Что для чего служит. Как я вам и сказал, только мне неизвестны две вещи. Вот этот ролик, для чего нужен. И датчик, который находится вот здесь. Если вы знаете информацию, напишите. Будет очень интересно. Вот этот датчик, что он. Делал видео, монтировал. Что-то мне вот в голову пришла идея еще раз измерить. То есть видим, который я запаять не смог. Также поставили на 2 мегаома. Сейчас я измеряю. И он уже ничего не показывает. То есть вот эта верхняя часть показывает. Влияет на работу термистра. Еще я подумал, если будем паять обыкновенным припоем, то температура в печке большая. То есть после того, как вы запаяете, возможно, ваш припой расплавится и налетит на печку. Так что если у вас эта штучка сломается, лучше не самодельничать, потому что у вас может потом полететь тефлоновый резиновый вал. То есть вот это слетит, расплавится, и печке будет очень плохо. Тут, видать, какой-то специальный припой, который при высоких температурах не плавится. Когда собираешь, так охота быстрее закончить и запустить. Еще забыл сказать о пружинке. Не забудьте натянуть. То есть один конец одевается вот сюда, а второй одевается на контакт. И контакт наш, видим, как я вам показывал, он неисправный. То есть он должен быть вот так вот. То есть, когда вы будете всовывать, наш контакт должен заходить за пластмасску. Ну, типа такого. Потом обратим внимание в принтере, куда он у нас подцепляется. Итак, внимание я обратил на контакт. То есть, вот видим, он у нас соприкасается с осью, на которой одевается шестеренка. То есть, печку сую. Вот так вот он у нас наклоняется. Стал ставить этот разъем. Что-то я внимание сразу не обратил. Они маленько разные. То есть этот разъем сюда не влезет. Так что хоть так придется откусывать его. И по длине не хватает буквально его столечка. То есть сантиметра 3.
Придется откусывать и напаивать. Все, подцепила провод. Сделал аккуратненько. Видим, как будто он здесь и был. Сопротивление измерил. Ну, в общем, собираем из того, что было, как говорится. Печка все равно. Здесь надо менять тефлонный вал вместе с датчиком. Возможно, вместе с тем с нижним роликом. И маленький нюансик. Я вначале закручивал вот эти части, потом ставил верхнюю часть. Лучше делайте наоборот. Лучше ставьте вот эту часть, потому что потом вам будет легче поставить вот эти заднюю часть. То есть, как я вам показывал, вот они наши направляющие. Так гораздо легче ставится. Так, поставили направляйки. Расширили по бокам. Все зафиксировали. И когда будете ставить вот эту часть, просто ролики рукой придерживайте, и у вас все легко войдет. Я вам показывал в том видео, здесь была сломана эта деталька. Что я придумал? Вдруг кому-то пригодится. Надо, конечно, было делать это еще, когда был разобран принтер, то есть можно было шайбу поменьше взять, отсюда засунуть. Здесь ее закрепить как-нибудь, там запаять. Сейчас только остается такой вот вариант. Взяли мы вот эту штучку. Грубо говоря, отметили. Сейчас вот ее отпилю. В общем, получилось вот такой крепеж. То есть пока он держится. По-хорошему еще надо взять паяльничек, пройти и сплавить этот весь корпус. Но пока временно. Оставим так. Лишь бы попробовать. Работа не работа, потому что все равно каркасу всему капец. Но я вам показал, как можно сделать. Видим, все отлично, все подошло. Наша крышка не падает. Все стоит на своем месте. Так что как-то вот так вот. Сюда сбоку я просто вкрутил винтик. То есть сделал отверстие, крутил винтик, и сейчас вот он так закрывается. Ну что ж, включаем наш принтер, собрали из того, что было. Закончился ресурс фотобарабана. Фотобарабан, если ушел на ноль, у вас будет такая ошибка. Сейчас будем делать его до 100%. Вот у нас инструкция. Тут только написано блинит тонера. Я попробовал, ничего не получается. Только сбрасывается фотобарабан. Отключите принтер. Принтер мы отключили. Нажмите, удерживайте клавишу меню на панели устройств. Включите устройство. Как только текст появится на экране, отпустите меню. Давайте будем действовать согласно инструкции. То есть вот мы отключили принтер. Нажимаем на кнопку меню, включаем принтер, выключаем, текст видим, ищем. С помощью стрелки выберите элемент 81 и нажмите ОК. Восемьдесят один и ОК. Лайф. Перегружаем. Не получилось. Попробуем еще раз.
выключаем, нажимаем на меню, включаем принтер. Выбираем «81». Нажимаем «Ок». Написано «Drum Count». И нажимаем на «Старт». Переключилось на «Лайв». «Старт». И нажимаем «Ок». Все. Перегружаем принтер. Это барабан, видимо, у нас показывать есть. А тонер вот у нас нифига показывать нету. Все, скинул вроде и фотобарабан, и тонер. И все равно такая ошибка. Сейчас вот покажу. Так, выбираем. О, копия. Все прошло. Не пойму. Давайте напечатаем. Так, назад. Меню. Окей. Выбираем 6. Установки пользователя. Ок. Старт. Видим, фотобарабана у нас 100, тонер 100%. Что ему надо, не пойму. Так, ошибка никуда не девается. Ну, что самое интересное, смотрите. Сейчас включаем секундомер. Вот, включил принтер, нажимаю на секундомер. И на минуте и 10 секундах эта ошибка исчезнет. Осталось еще. Вот видим, да? Время. Сейчас попробую достать картридж и почистить фотобарабан. То есть сейчас покажу, что буду делать. Достаем картридж. То есть почищу вот эту ниточку. Достану фотобарабан, его почищу. И железочку. Разобрал я наш драм-картридж. Достал, то есть, эту часть металлическую. Как разбирается, есть в Ютубе. Только обратите внимание, когда будете доставать вот эти штучки, надо будет их отгибать вам. Потому что они у вас будут гнутые, загнутые. И внутри надо будет вот здесь их отогнуть, вот в этих местах. Чтобы они у вас вышли. Доставайте вот с этой стороны, получается. И вытаскивать эту часть. Сейчас я все обтеру и попробуем собрать. Фотобарабан тоже видим, как у нас такое качество. Буду я обтирать салфеткой и спиртом. Почистил я блок драма. Сейчас вам включим, покажем. В общем, ничего не изменилось. Это надпись. Ну, в принципе, когда она работает, она ничего не мешает работе принтера. Вот видим, ошибка есть. Запускаю я с компьютера листок.
И принтер наш печатает. Хоть и есть надпись. Ну, появилась другая проблема. То есть, видимо, идет двоение у меня. Вот такая. Засовывал этот картридж в другой принтер. Такое же двоение. Распаковал я, получается, новый картридж. Поставил. Двоение не исчезло. Стало печатать почетче, но двоение никуда не исчезает. Ничего мне не остается делать. Сейчас будем распаковывать новый драм-картридж. Так как у меня отдельного фотобарабана с ракелями нету, если сейчас вот не подойдет, то будет печально. То есть видим, все новенькое. Вот получается у меня два драм-картриджа, то есть 2175 и 2075. Этот картридж сюда не подойдет, потому что здесь конструкция другая. Придется мне фотобарабан вот с этой части отсюда поставить сюда. Сейчас поставим и попробуем результат. Получается, вот это я достал из старого картриджа, убрал. Сюда поставил вот этого картриджа. Только не стану менять вот эту металлическую губку, которая чает наш барабан. Хотя, может, делаем в ней. Ну, сейчас попробуем. Итак, вот из двух картриджей собрали, получается, вот такую вот миниатюрную деталечку. Когда будете закреплять, посмотрите, чтобы все встало здесь. Попробуйте, вращается или нет ваш фотобарабан. Почисти нить каратрона. Так. Видим, как двоил. Сейчас запустим, как обычно видим запись. Ну, видим, пока я настраивал, она уже ушла. Печатаем. Опа-ля. Ну вот видим, двоение ушло. То есть дело в чем-то было. То ли в барабане, то ли в чем-то. Ну сейчас еще раз переберу потом картридж. Подставлю другой. Тут такое пятно еще остается от фотобарабана. Надо потереть будет его. То есть, если у вас есть другой фотобарабан, или возможность другой взять, купить, не обязательно вам искать. Можете также вот отсюда запчасти взять и переставить другой. Будет дешевле, чем покупать сам оригинальный драм-картридж. Методом проб и ошибок нашел я, дело было в этом валу. То есть, поставил я опять обратно свой старый, он двоить начал. Взял я вал, тот, который отмывал с мылом, еще раз хорошо отмыл, вот сейчас он стоит там, получается, внутри, и результат получился неплохой. То есть сейчас вот напечатаем.
Сейчас страницу напечатаем. Видим, в принципе, стало неплохо. Все печатать четко, без двоений. То есть, когда будете мыть, грубо сказать, вал переноса изображения, отмывайте его хорошо, чтобы у вас не оставалось ни мыла, ничего. Возможно, дело будет у вас в этом, что он двоится. Ну, что двоится, это дело у нас из-за вала переноса. Здесь, как он называется, в драм-картридже я не знаю. Искал информацию, так я и не нашел. Все пишут о фотобарабане. Отдельно их заказать вы не сможете. Я лично найти не смог. Если у вас есть такая информация, пишите, где вы их заказываете. Будет очень интересно. Следующий вопрос. Когда мы разбирали оригинальный драм-картридж 2075, видим, здесь у нас металлическая такая вот линеечка стоит. Здесь контакт у нас идет. А также у меня вот попался такой драм-картридж, то есть не с губкой, не с щеткой, а вот с поролоновой губкой. Я думал, может, кто-то забыл поставить эту щетку, но вроде оригинальный картридж, видим, здесь ничего не находится. Сейчас хочу попробовать запустить этот картридж, то есть поставлю от оригинального вал переноса изображения и фотобарабан, который мы снимали. И посмотрим, будет ли он печатать с этой губкой или не будет. И почему так вообще. Если вы знаете, напишите. Я еще раз говорю, я не занимаюсь заправкой картриджей, ремонтом вот этих драм-картриджей. Что-то интересно просто стало. Вот решил заснять такое видео для будущего. Может, кого-то спасет это видео. Потому что не только в этой модели есть драм-картриджи, но и в других принтерах. И можете ошибки также посмотреть по этому видео. В общем, сейчас я меняю вал переноса. Ставлю сюда фотобарабан. И попробуем, как он будет печатать. Почему я меняю? Потому что я на этом вале переноса уже попробовал. У меня было такое же двоение. Сейчас попробуем с оригинального сюда поставить. И фотобарабан с оригинального. И будет ли у нас двоение или не будет. Может, на самом деле, вот эта губка, она контакты сюда не дает. То есть, видим, здесь у нас ничего не выходит. У оригинального картриджа выходит вот здесь контакт. Наглядно вам показываю. То есть, вот про этот контакт я вам говорил. Здесь вот он есть. А здесь, получается, вот видим, его нету. Сейчас посмотрим. Итак, запускаем. Видим. То есть вот эта металлическая часть, линейка ни на что не влияет. Так что, если будет у вас, это скорее всего оригинальный драм-картридж и неоригинальный. То есть на оригинальном у нас выходит контакт, на неоригинальном не выходит. Ну все, с этой драмами, драм-картриджами мы разобрались. То есть вот сколько листов бумаги пришлось израсходовать. Теперь надо перейти на ошибку. В общем, если вы захотите прошить свой принтер или обновить, заходите вот. Получается, видимо, сюда. Файлы. Выбираете, какая у вас винда. Ну и здесь ищите, экспериментируйте. Я сам с этой программой попробовал поэкспериментировать. Но так как у меня еще 7-я винда, не обновляется. Надо обновить или попробовать с 10-кой загрузить, чтобы обновить принтер. То есть вот вам маленькая подсказочка, где вам обновлять ваш браузер. Если что-то у вас будет не так, почитайте информацию. Ну, кто разберется, разберется, кто не разберется, отдадите специалистам.
Закрутился наш шурупик, шурупик обломался. То есть это не вариант. Думайте что-то другое. Ну, я попробовал. Буду думать что-то другое. На этом все. Я заканчиваю свое видео. С прошивкой я поэкспериментирую. Конечно, тут еще много можно об нем рассказывать. Можно также блок сканера разобрать, показать, как он разбирается. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки. Поддерживать канал. Если будете поддерживать канал, будет очень много интересных видео. До свидания. С вами был YouTube канал. Я Эмэй Принтер.